Этот ролик для тех, кто попал сюда, с другой планеты, другого города. Мое любимое место в городе Канске – площадь Коростелева. Это место очень красивое днем и яркое вечером. Мне кажется, что я у себя дома. И пусть здесь нет потухшего вулкана и баобабов, моя планета очень красивая. Площадь сама по себе – достопримечательность города. Разноцветные фонари придают моему любимому месту сказочный вид. Мне нравится приходить сюда в один и тот же час. Советую вам побывать в этом месте в этот час. И пусть звезды повинуются вам мгновенно!